Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Сейчас отреагирую на песню «Spin» группы «Карт». Это песня с их последнего альбома, там заглавка была что-то там про маму, которая мне не особо понравилась, песня конкретно, заглавка. Это у нас «B-Side», и написал его, кстати, Райан Джун, S. Джун, довольно-таки известный и хороший композитор. И вышло, слава богу, перформанс-видео группы «Карт». Так что я на него сейчас отреагирую и буду надеяться, что он лучше, чем заглавка. Примерно так. А, ладно, причем реакция, как обычно, большое-большое спасибо людям, которые меня поддерживают на Бусти. В особенности Антону Балютису, Илье Просину, Горж, Денису, Анастасии, Даниилу, Диндине, Евгению Ерину, Джей Джей и Дмитрию Новоселову. Ну что, вы готовы? Я готов смотреть и слушать группу «Карт», песню «Spin». 3, 2, 1, поехали! А, понятно. Ну, у меня такое бывает. Все нормально. Сейчас звук переключу сюда, потом сюда, и вот сюда еще, и вот сюда. И теперь все заработает. Поехали. Да, там кто-то что-то... Странный звук. Максимально странный звук. Какая хардкорная песня. Еще очень сильно изменен голос, караул как прям у Сомин. А вот Джо как будто бы не поменялся голос. Тут внезапно начала мелодия прослеживаться чуть-чуть, вот в этом сегменте. Очень тяжелая по части музыки песня. Странная песня. Очень странная. Кам здесь интересно работает, конечно. Один такой оверсекс. Что это такое, я так и не понял. А на самом деле песня, конечно, не по мне абсолютно, она 12,5 всего идет, но я на второй раз слушать не буду, это слишком хардкорненько для меня и слишком амузыкально, я такие песни не сильно люблю. Ну, как эксперимент, пожалуй, зачет, она выдержана в едином стиле, если кому-то стиль нравится, возможно, и сама песня зайдет. Возможно, не знаю, это уже скажите мне в комментариях, как вам, да или нет. Вот, а так я все-таки предпочитаю от Карды в целом более мелодичные песни. Даже когда они там жескач творят и по тексту, и по музыке, все равно мелодия очень важна, мне здесь откровенно не хватило. Ладно, всем спасибо, в принципе, повторюсь, одного просмотра достаточно. Имейте в виду, что мне песню можно заказать, а ладно, пофиг. Это не та реакция, в которой нужно рекламировать свой Бусти, на мой взгляд. Все, всем спасибо, всем пока. I put my best foot forward, I don't step back unless I spin. My flex and you do your dance, go and swing and lay hips, work it, girl. Yeah, I'm that bitch.